Это отель «Анна». Маленькие апартаменты, маленькая кухня, большой холодильник. Вот такой номер. Такое огромное зеркало. Такая кровать. Шикарный закрывающийся балкон. Вот такой огромный балкон. Вида на море нет, есть вид на Винком Плазу. Закрываем. Само собой, комната с кондиционером. Все новейшее. Вот здание полностью перестроено. Все чистое, все белое, все красивое. Никаких посторонних запахов здесь нет и быть не может. Ремонт только-только сделан. Все только обустраивается. Большой шкаф. Хозяин. I'm sorry, what's your name? Oh, my name's Lin. L-I-N-H. Okay, thank you. Это я в восторге от этого. Так, курить здесь в номере нельзя. Фен есть. Вот. Вот такая вот плазма. Вот такой вот диванчик. Запасной матрас, если кому-то нужно. Собственно говоря. Получается такая комната, апартаменты, студия. Да, тоже немаловажно. Душевая кабина, закрывающаяся. Вот. Новейшая сантехника. Напор воды отличный. Да, посмотрите, какая душевая воронка большая. Сантехника вся новая. Кухонька просто простенькая, уютная. Здесь принято есть в гостиной, а здесь готовят пищу, стирают, хранят припасы. Вытяжка, плитка, чайник. Это он. О! Другая комната с видом в город. Вот. Комната немножко построена по-другому. Ого! Комната двухэтажная. Внизу маленькая гостиная. Еще более компактная студия. Все то же самое.